для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Так Бог ответил на сильное желание Бога избавиться от жала в своей плоти. Если Бог принимает нас такими, какие мы есть, почему же мы сами отказываемся себя принять? Нам нужно научиться жить с теми ограничениями, которые темперамент... Речь идет о грехе. Не следует считать темперамент своим врагом.